а также в других горячих точках. К сожалению, нашим сыновьям довелось тоже повоевать в Косово, ну и в других моментах, в том числе и у нас здесь. И вот сейчас я имею внука, как и многие имеют внуков своих. И мы должны все сделать для того, чтобы был мир, и уже наши внуки не воевали и не имели свою войну, понимаете? Это наша основная задача всех нас, дедов, наших ветеранов, для того, чтобы хотя бы будущее поколение, это наши внуки, не знали, что такое война. К сожалению, дорогие мои земляки, дети, которые поднимаются здесь, они знают, что такое выстрелы, они знают, что такое взрывы. И мы, видите, не смогли уберечь их от этого. Поэтому мы должны сделать все для того, чтобы минимизировать все те негаразды, которые имеются, именно, так скажем, уже, ну, произошли. Ну и добиться того, чтобы они, когда им будет по 18, 19, 20 лет, они не брали в руки оружие. С праздником! Всего вам доброго, здоровья, счастья, долгие, многое-многое лето. Ну и лично я всегда так сложилось, что живу и служу, нахожусь на, так скажем, уже в запасе, но всегда земляков рад видеть в городе-герое Киеве, а когда приезжаю на родную землю, в городе-герое Приволье, где у нас, вы знаете, есть монумент именно, ну, так скажем, тем боевым действиям, которые были на территории Луганской области и дальше, Приволье памятник областного значения. Поэтому рад всегда буду видеть вас и приветствовать там лично. Спасибо за внимание. Еще раз праздников. Здоровья, мира и добра.